настоящий номер, очень хороший, очень чистый, очень красивый. Но я упал. Но лёд скользкий, ничего страшного. Кто не падает, тот не встает. Переживаю, естественно. Переживаю не в большей степени за то место, которое он займет, а чтобы он вышел из проекта без травм. Оттягивайся. Я притягиваюсь к тебе. Я понимаю, что притягиваешься. Мне это нравится, что притягиваешься. А теперь я не просто человек на металлических штуках на скользком льду, а человек, который хоть немножко научился на нем скользить. Подвернулась? Да, повернулась, а не подвернулась. Мне ты подвернулась. Это мне подвернулось. А к нему повернешься. Да. Запомни. Я с Димой хочу сделать. Чуть, вот со мной уже не хочет, хочет только с Димой. Да. Дима это делает лучше. Мне нужно твою технику тогда выучить. Это сложнее намного. У меня техника на уровне. Я не знаю, сможешь ли ты повторить все мои падения? Нет, нет. За такой короткий срок это нереально для меня. Виктор, наверное, самый большой мой друг. Мы разучим новые элементы, а когда новые элементы, мы все равно идем уже вперед, они становятся где-то сложнее. Поэтому, конечно, катается лучше. Я катаюсь лучше с ним. Путешествие Виктора Логинова и Оксаны Казаковой из Санкт-Петербурга в город-герой Ленинград. Отгремели давно наши медные трубы, осень желтая шлет. Мы с той стороны, где друг друга еще мы немножечко любим. Но вчерашние сны никому не нужны. Мы друг другу никто, и от этого легче. Не болит, не щемит, не срывает мосты. У меня свой рассвет, ты встречаешь свой вечер. И сейчас мы стоим у последней черты. Я не буду целовать холодных рук. В этой осени никто не виноват, не виноват. Я уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Телефон перестал отзываться на голос. Если пуля летит, то ее не вернешь. В холодной воде тонет красное солнце. И нетрудно молчать, и не кутаться в ложь. Мы друг другу никто, наш роман пересказан. Не читая, мы рвем письма издалека. И у нас на двоих будет прошлое разным. А теперь буду вниз и скажу мне пока. Я не буду целовать холодных рук. Осени никто не виноват, не виноват. Ты уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Я уехал в Петербург, а приехал. Оксана Казакова. Оксанка, дорогая, ты жива там? Да. Но это какая-то фата-моргана. Если до этого у нас все время падал Виктор, то Оксана решила его поддержать и упала сама. Настоящая боевая подруга. Вот так поступает. Поддержала меня? Да. Не знаю, я, наверное, как-то Анна Каренина была, под поезд падала. Ну, вообще, Виктор Логинов – это, конечно, паровоз. Да, это правда. Ну, что ж, дорогие друзья, фигурист-многоборец и наша дорогая Оксана сегодня ждут вашего суда, ваших оценок. Видите, у них там несогласие. Два Николая через Женю обсуждают, что делать. Женечка, дорогой, может, ты скажешь? Оксан, ну, если бы не упала, если бы... то была бы 6 с моей стороны. А можно попросить вас... Повторить? Посудите меня.
Вас. Мы-то вам хорошо бы поставили. Я хочу сказать, что ту дорожку, которую Виктор сделал, по-моему, Женя Плющенко не повторил бы, потому что это абсолютно уникальная дорожка, вот этот серпантин. Только он сможет ее сделать. И потом я посчитал в программе, партнер хотел упасть 7 раз. Вот. И, видимо, это Оксана чувствовала, поэтому она в конце и рухнула, потому что очень переживала за него. Игорь перед программой мне пообещал Виктор, что он не упадет. Он свое обещание сдержал. Он выполнил свое обещание. Да. Пожалуйста, послушайте тренера. Они вас все уговаривают, что вы должны упасть. Не верьте, вы уже падать не будете. Вы сегодня замечательно катались. Честно вам скажу. Спасибо. Скажу вам честно, когда я увидела вас первый раз, я испугалась за свою любимую фигуристку Казакову. Думаю, ну все, не довезем ее до конца. А сегодня вы просто двигались, поворачивались, действительно стремились уехать, не знаю, в Ленинград или в Петербург, но тем не менее это было сегодня похоже. До Булагова доехали. Да. Вы молодец. Спасибо. Понравилось ли катание Виктора Логинова и Оксаны Казаковой Дмитрию Губерниеву, мы узнаем прямо сейчас. Виктор напоминал лихого медвежонка, олимпийская чемпионка, хрупкая укротительница, которая хочет, чтобы он стал человеком и взял ее в жены. Ждем сейчас падения от Оксаны Казаковой. Полагаю, что дождемся. Как он ее держит? Мне кажется, что даже смотря на часы, он способен удержать многое. Вот зубцы, которые сейчас дала Оксана, говорят о том, что в этой паре падение через поцелуи все-таки передаются, несмотря ни на что. Но в целом ребята прибавляют, честь им и хвала. Оксана молодец, а Виктор Логинов медвежонок. Я очень надеюсь, что наши уважаемые члены жюри заготовили неплохие оценки для этой пары. Дима, давай. Волнуюсь, даю, Максим. А точнее, дает Николай Басков. Вот это да! Оля! 4,5! Николай! Николай, что с вами? У вас калькулятор сломался? Нет, мне кажется, что все-таки олимпийские чемпионы не должны падать на льду. Я считаю, что, Николай, вы не имеете права так судить легенду мирового спорта. Простите меня, у артиста. Понимаете, Дмитрий, а вот как раз сегодня я имею на это право. Ну, да, Дмитрий, пойдемте дальше. Да бог с ним, с Басковым, действительно, у нас Цискоридзе есть. Зал оказывает давление на члена жюри. 6-0, браво! Они поменялись местами. Виктор, я просто уважаю, когда сдерживают свои обещания. Вы пообещали, и вы выполнили. Игорь Бобрин. 5-5. От Бобрина это совсем неплохо. Игорь крутой. Вот хочется услышать мнение маэстро. 6-0. Браво. Евгений Плющенко. 5-5, конечно. Боже мой. И я хочу, чтобы сейчас квинтэссенция сейчас так прозвучала наглядно. Вот, Елена Анатольевна. Будьте добры. То, что я ждал. 5-5, в общем, тоже ждал, вы знаете, да? 5-5, Елена Анатольевна, спасибо. Общий балл этой превосходной пары 33, что совсем неплохо. Вы довольны этой оценкой? Я хочу сказать огромное спасибо жюри. Вот, тем, кто болел за нас, тем, кто не болел за нас. Я присоединяюсь к словам Дмитрия Губерниева и хочу попросить уважаемую публику аплодисментами поддержать Оксану Казакову! Оксаночка, дорогая, мне показалось, что в конце ты упала просто от напряжения, от волнения за партнера. Прав ли я? Ну, вы правы, да, Максим. И еще, конечно, наверное, от чувств. Я все-таки упала к своему партнеру, к некоторым членам жюри, не ко всем. Вот, поэтому спасибо вам большое за вашу поддержку. Простите меня. И Виктор тоже. Ну что ж, дорогие друзья, мы провожаем их то ли в Петербург, то ли в Ленинград. Но в любом случае ждем их на следующей программе. Виктор Логинов и Оксана Казакова.